Широкая гамма цветов и оттенков, а также разнообразие мотивов демонстрируют фантазию и уровень художников. На портретах женщины придуманные и реальные, грустные и влюбленные, но каждая из них – индивидуальность, ведь именно такими их увидели авторы. Здесь представлено 32 художника, женщины нашего Донецкого края, и 58 их работ. Выставка носит очень лиричное, очень созвучное название с женской душой, называется «Чарующая мелодия весны». Зрители, которые приходят сюда, попадают, в общем, в удивительный мир женского принятия всего, всей его красоты. Выставка «Чарующая мелодия весны» собрала художественное произведение 32 художниц Донбасса. Среди них и члены Национального союза художников Украины, преподаватели и выпускники художественного училища и школ искусств. Вы знаете, цели мы особо не ставили, цель единственная, чтобы душа человеческая обретала красоту, удивительное принятие мира, как его принимают женщины, и доброту их сердец. Солнечные пейзажи художников поистине передают нежное дыхание приближающейся весны. В своих работах авторы делятся с нами своим вдохновением и радостью восприятия жизни, особенно с приходом весны. Елена Витык, Александр Пугачев, Первый муниципальный.